Жандос Аскаров из Казахстана, Министерство иностранных дел. Сегодня второй день нашего путешествия в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне. Сегодня мы посетили Конгресс, а также посетили Верховный суд. Так как я представляю Казахстан, хотел бы немножко рассказать о нашей стране. В нашей стране, нашей независимости, всего лишь 19 лет. И я считаю, что наше государство еще очень молодое и много предстоит нам сделать в будущем. Поэтому эти курсы и вот эти посещения, лекции, когда ты слушаешь людей, которые имеют за своими плечами огромный опыт, это очень поучительно для меня. Оно дает, учит меня тому, что я могу использовать в будущем в работе и для улучшения моего государства. Возвращаясь к сегодняшнему дню, в первой половине дня мы посетили Конгресс Соединенных Штатов Америки. Это очень, конечно, превосходные впечатления оставили у меня в душе, потому что перед нами выступали люди, которые работают там. Я узнал о функциях, о роли, о системе, как они устроены и как они работают, и к чему они стремятся. И приобрел много очень знаний, которые очень могли бы пригодиться в моей стране. Во второй половине дня мы посетили Верховный суд, и перед нами выступил судья, Верховного судья Скалия. Очень опытный человек, он произвел для меня такое впечатление очень знающего и опытного человека, который знает толк и знает свое дело. Мы задали все ему несколько вопросов, которые нас интересовались, и даже судя по его ответам, человек, который уже сидит, давно работает в этой сфере и много знает чего и знает, как и подходить и решать некоторые вопросы. Также в ходе сегодняшней лекции я узнал, что в нашем курсе есть Стив Соединенных Штатов Америки. Он, оказывается, является правнуком судьи Верховного судья суда Соединенных Штатов. И как бы для меня это тоже было открытием. И я очень рад, что я учусь и провожу время здесь с такими людьми, которые имеют за собой такую историю. Также Верховный суд меня впечатлило то, что в Соединенных Штатах очень видим сразу резкое разделение судебной и исполнительной власти. Если до обеда мы посещали Конгресс, это как бы более законодательная власть, и узнали о роли, о функции, как все это работает и как применяется в жизни, то после обеда мы больше узнали о судебной власти, именно как это работает, как у них работает это на уровне штатов и на федеральном уровне. Это было очень интересно мне. Я узнал много полезного от сегодняшней поездки. Спасибо.